Депутаты и представители молодежной палаты Ненецкого округа посетили село Великовисочное. В рабочей поездке приняли участие вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, председатель молодежной палаты Владимир Абрамов, депутат искательского совета Даниил Исполинов и сотрудник регионального центра молодежной политики военно-патриотического воспитания Дмитрий Шубин. Об итогах поездки расскажет Ольга Руссо. Во время рабочей поездки состоялась встреча с преподавателями образовательной организации, на которой сотрудники обратили внимание на рост тарифов на техническую воду для школы со второго полугодия. Вопрос по установлению тарифов вице-спикер обещал обсудить с представителями профильного департамента. В рамках визита гости организовали для сельчан парламентские уроки, провели тренинги. Даниил Исполинов, он вместе с коллегой из молодежного центра, они провели тренинг на командообразование, плюс рассказали преподавателям и ребятам, которые подошли, о том, как можно работать с системой грантов нашего округа. Гранты молодым предпринимателям, гранты на какие-то общественные мероприятия, гранты на обустройство общественных территорий. Представители общественной молодежной палаты регионального центра встретились с активом молодежи села, обсудили вопросы в сфере развития молодежной политики, провели тренинги по командообразованию и рассказали о действующей грантовой поддержке в регионе и стране для молодых людей. На данный момент мы, кажется, определили проблемы, которые волнуют молодежь. Это как раз-таки недостаточность инфраструктуры, которую следует развивать на селе. Со своей стороны мы пообещали проработать данный момент, помочь, может быть, со спортинвентарем. Как раз-таки в этот раз мы отвезли во спортинвентарь. Кроме того, представители молодежной палаты передали в фонд сельской библиотеки художественную литературу и современные периодические издания. Это первая подобная поездка в планах посещения других деревень. В следующий раз мы поедем в село Тельвиску, потом далее мы планируем в Коткино съездить, у нас скоро будет чемпионат среди сельской молодежи в Коткино проходить. И я думаю, туда будет удачно съездить, потому что там практически вся сельская молодежь соберется. С многих деревень туда ребята приедут, мы собираемся уже с ними провести рабочую встречу и в одном месте, грубо говоря, одного зайца убить. Также на встрече с коллективом вице-спикер Максим Арбузов вручил благодарственные письма регионального парламента. Фракция «Единая Россия» в собрании депутатов Ненецкого округа подарила школе цветной принтер и спортивный инвентарь. Ольга Руссо, Вадим Носкин, телеканал «Север».